Короче говоря, наступило утро. Я проснулся в деревне у бабули. Быстренько надел штанишки, напялил любимый желтый плащик и вышел на улицу. Погодка была причудеснейшая. Для начала я решил покататься на качельке. Потом решил проверить свою силу и поднять 5-килограммовую гирю. Не, в следующий раз. Проходя мимо груши, решил вспомнить свои боксерские способности. Ну и, конечно же, помог наколоть бабушке дров. Фух, устал. Пойду пройдусь на речку. Гуляя возле речки и пуская мыльные пузыри, я услышал крик о помощи. Помогите, помогите, помогите. Как настоящий спасатель, я побежал на помощь. Кто-то застрял в ветвях елки. Это был малыш Супермен. Спасибо, что спас меня, кукурузик. Давай дружить. Конечно, давай дружить, малыш Супермен. Классно. А что с тобой случилось? И как ты застрял в ветках этой елки? Это все коварная ловушка злого охотника. И мы в его владениях. А я летел сюда спасать бедных животных. Злой охотник? Да, очень злой и коварный охотник. Он держит заперти бедных зайчиков, маленького волчонка и даже детеныша Бэмбика, Васечку. Бедный Бэмбик. Слышишь, сопля, по-моему, злой охотник проснулся. А что же мы будем делать, малыш Супермен? Что-что, мы будем с ним драться. Так кто посмел меня разбудить, злого охотника? Это я, малыш Суперменчик. А, это ты, малыш Суперменчик. Как ты смог выбраться из моей ловушки? Злой охотник, а зачем ты пленил всех этих бедных животных? А ну давай отпускай их. Кто это вякает тут с тобой? Я сопля, а малыш Суперменчик мой друг. И я буду ему помогать. Отпускай животных, злой охотник. Никого отпускать я не собираюсь. А твоего друга соплю тоже зажарю и съем. Малыш Суперменчик, что будем делать? Включать суперспособности. Время обеда. Включаем глаза лазеры. Жух, жух, жух. О, нет. Ого, вот это ты мочишь, класс! Я тоже хочу себе такие суперспособности! После нашей победы мы освободили всех животных и отправились кушать! Подпишись, 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 колокольчик нажать не забудь, комментарий ты клёвый оставь и улыбнись, улыбнись, улыбнись!